Итак, время 23:20. Я еду на дачу. То есть мне осталось ехать буквально 5 минуток. Там вещи перекидываю в джип и еду на свое новое место для охоты. Не то, которое было в прошлом видео. Ладно, перегружусь, покажусь. Время 4:30 утра. Я вот в лодке, в маленькой, плыву на точку. Сейчас чуть развернусь. У меня вот там, вот тут моя точка. Плыву туда. Уже стреляют. Я еще пока плыву. Так, ну вообще светло стало. Утки летают. Пару раз уже промахнулся. У меня коллеги стоят там все. То есть вот это вот. Все у меня свободно вообще для обстрела. И сюда тоже без проблем могу. Сам сижу в камышах. Блин, темно. Так вот. Лодку не прикрыл. Им пока пофиг. Со всех сторон слышны выстрелы. Ждем. Ну, вот там вот сейчас нырнула. Но мне кажется, я ее добрал. Долго она не сможет плавать. С полем. Да, одна есть. Я ее добрал. Был подранок. Пришлось потратить еще патрон. Стреляю рекорд. Пятерка. 34 грамма. Ну, честно, не очень нравится. Время 5 часов утра. Было еще 2 налета один ночной утки. Я промахнулся. Ну, для первого раза, наверное, нормально. Надо было не экономить на тренировках, на тарелках. Ну вот жду. Видимость на самом деле. Ну, где-то такая, наверное, даже лучше. Вот камыш. Как видно уже. Ладно, ждем. Моя первая добыча где-то вот там. Так, пока мини-обзор ружья Хатсан Эскорт. В камуфляже, сейчас скажу как. Макс 5, камыш. Похож. Не очень. Это натовский камыш. Какое-то затишье. Вот уже минут 15 вообще никого. Никто не летает. Стреляют где-то очень далеко. Ну, я примерно понимаю, где это. То есть так, птички просыпаются, петухи поют. Но пока тишина. Ждем. Уже небольшой селфи запилить. Кстати, кепочка неправильная. Блин, только сейчас заметил. Вот. Хасанчик мой. Сижу. Стреляют. По кому стреляют, непонятно. У меня пока одна штука. Ждем с мощного налета, где я не промахнусь. А с меткостью у меня прям, мягко говоря, слабо. Здесь он уже херово. Там просто, блядь. Так, вот так заканчивается охота. Выезжаем из леса. За мной вот еще одна Нива. Впереди Соболь. Полноприводный поджерик. Видеоблог. Никто не спрячется. Ох! Я так это. Для истории. Батоник сейчас принесу.
Ну что, второй вечер мой. Сижу на каком-то болоте, карьере. Шутовском вроде бы. Честно, даже не знаю где. Не найду сюда дороги. Сделали мне путевку на осеннюю охоту сюда, на утку. Такой подгон дембельский. Утка была вроде бы, но мы сидели вот там, сзади. У нас там было, ну, налета три, наверное. Я выстрелил один раз, промахнулся. Мой наставник про шесть выстрелил, одну подбил, не нашли. Там на соседнем береге, берегу напротив, ну, утки четыре подбили. Сейчас народ уже в лагере, у костра. Я сижу, жду закат полноценный, крякаю. Кто-то там впереди крякает, не пойму, то ли наш, то ли утка, блин, хрен знает. Если утка, то что она там раскрякалась? Не, явно это манок. Ну, короче, как-то так клево. Так, ну вот она вечерка. Деревья, за ними закат. Выглядит как город ночной. Вот там вот на горизонте летят. Я вот одного поднял, подбил. Где-то вот там лежит. Ну, хрен увидишь сейчас. Ну так, летают, стреляют, манят. Ждем-с еще одного налета. 5 утра, 50 минут. Второй день охоты. Ни одного налета. Вот такая утренняя зорька. Здесь вот валяется чурок. Ну, я так думаю. Сбитый мною на вечерке. Пока лодку не подогнал. Стою. Где-то на других обходах бахают. У нас утки нету совсем. Сосед манит манком. Качественно, профессионально, но тишина. Такой туманчик над болотцем. Там, кстати, стоят чучалки. К ним никто не идет. На охоту с утреца.